Наш час, ну, он так не час, он, конечно, меньше, но зато как начали. Я вот сижу, чувствую, что я, конечно, не рыбак. Потому что если бы я был рыбак, я бы рыбака видел издалека. Я вижу его очень близко. Довольно близко. И да, методом исключения, я понимаю, я не рыбак. Я Феликс Невелев, Даша Александрова. Доброе утро. Соответственно, Сергей Рябухин. И еще раз скажу вам, Александр Рыбак, тот самый. Сегодня с нами, да. Александр, ну что, сразу вам сейчас такой огромный, фундаментальный вопрос про Евровидение. Наверное, надоели вам уже с этим вопросом, но тем не менее. Почему? Это начало моей карьеры. Ну как начало? Вот как раз в этом-то и вопрос. Александр, ведь вы до того, как выступали на Евровидении, вы же были известны, да? Вы выступали всему миру с известными музыкантами. Да. Потом случилось Евровидение. Как жизнь изменилась? И нравится ли вам та жизнь, которая сейчас идет после Евровидения? Это уже много вопросов сразу. Ну вот я вас предупреждала. Не, что вы, это большая привилегия, когда не нужно писать много-много писем, пока добьешься людей. Можно просто сразу написать, хотите что-нибудь совместно делать, и тогда сразу взять, ну да, конечно. То есть упростился общение, да? То есть не надо объяснять, кто ты, долго. Да, хотя это иногда скучно тоже. Например, я сейчас в Америке был, и там как раз интересно, что я могу быть туристом. Uh-huh. Там, где скандинавские люди живут, там, конечно, все меня узнают на улице, там, где европейцы. Ну и русский там Брайтон Бич. А ведь... так я могу быть просто вот. Видите, в чем туристом. Штука, Александр? Америка в Европу, в состав Европы не входит. И поэтому на нее Евровидение не распространяется. Поэтому там вы можете чувствовать себя... Я еще вам скажу несколько стран, где тоже можно туристом себя чувствовать потом. Ага. А сейчас скажите, вот вы когда сейчас выступаете с концертами в Норвегии, в России, в Белоруссии, чем отличается прием публики? Вот сейчас, когда, в общем, уже с Евровидения прошло какое-то время, не на следующий много прошло, день. Да. Ну, мне легче всего в тех странах, где не нужно подчиняться формату. Угу. Где люди не рассчитывают на то, что я буду писать песни, похожие на Риану, Джастин Бибер, где люди принимают меня как я есть. Ну, классический скрипач. Мне очень нравится работать с разными жанрами. И в России это просто. В других странах, в Румынии, в Греции тоже мне очень просто. А вот, например, в Германии, там хотят именно, чтобы я был форматным, чтобы одевался так и так и так, именно такие песни пел. Форматным под кого? Ну, все-таки песни. Как раз вот под этих звезд или под какой-то вот... Типа под радио. Потому что там, например, Fairy Tale, перед Евровидением я всем радиостанциям показывал песню, но это тоже, могу сказать, и в Норвегии, в России то же самое, там говорил им, что, ну, это может стать хитом, правда же? Они говорят, нет, к сожалению, Саша, это нужно убрать скрипку, нужно убрать этот глупый ритм, и тогда, может быть, возьмем. А можно, вот сейчас, не убирая ни скрипку и не называя ритм глупым, что-то, тем не менее, спеть, изобразить? Что иметь? Ну, спеть что-то вместе со скрипкой сейчас возможно? Конечно. А что вы хотите? Ну, что-нибудь... Шведское, норвежское, русское? Лучше, чтобы все могли подпевать. Норвежское.
Ну, давайте же по-русски. Мне очень нравится... Если бы кто-нибудь меня спросил, какой мой самый яркий момент в карьере, я бы не сказал Евровидение, я бы сказал, что вот когда я участвовал на юбилее Александры Пахмутовой, вот это был пик моей карьеры. Я тогда почувствовал, что Саша... Там, видимо, участники, которые пели кроме вас, поярче просто были на этом празднике у Пахмутовой. Итак, что-то из Пахмутовой? Да. Мне очень нравится, что мне нравится в русской культуре, это что мы очень принимаем меланхолию, ностальгию. И нам в России очень нравится грустить. Норвежцы никогда это не поймут. Я не знаю, что это будет, как он скрипку так держит. Я никогда такого не видел. Пожалуйста. Лучше прислушивайся, что я тебе говорю. Ладно, да. Давай. Старый клён стучит в стекло, приглашая нас с тобою на прогулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. Видишь, поем, что светло-светло, а мы всегда вот такие, нравится нам чуть-чуть вот грустить. Ну, правда? Одно другому не мешает. Ну вот, грустить вы очень по-русски. Известнейшая история о том, как, помните, враги Паганини пооткусывали все струны на скрипке, и он сыграл на одной. Сейчас вы видели, что сможет сделать Александр Рыбак, если у него отнимут смычок. Мы спасибо вам. Продолжим после рекламы. Well, you done dumb me any better. I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and I'm trying to get back. Before the cool down run out, I'll be giving it my best. There's so nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. Hesitate no more, no more. Слышали такую песню, да? А вы помогаете типа пальцами, да? But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. У нас сегодня в гостях Александр Рыбак, певец, и, как вы можете заметить, как Александр держит скрипку, еще и скрипач. И да, все девчонки плачут сейчас и в России, и в Норвегии. Да. Я бы отметил, что и поет, и играет Александр без смычка и задоринка. Александр, ну, в принципе, вы очень добрые со мной сегодня. Да? Давайте тогда про пьесухи, про вас поговорим. Сереж, тогда ты давай. Давай твой вопрос. Помнишь, хорошо, который мы говорили, я не будем Александр, задавать? На каком всегда, языке когда нужен думаете? Слой, мы Серегу запускаем. На норвежском, русском, белорусском. То есть на каком вам удобнее писать песни? Ой, мне легче писать мелодии. А потом уже тексты... Как-то вы сейчас думаете... Мысли, да, на норвежском. А потом все пробую переварить на русский. Александр, а так почему... Да. Вот вроде бы скрипка, да? Инструмент абсолютно классический, требующий, ну, наверное, вот... Mm. И вдруг песня, но все-таки эстрадная. И такое совмещение. Чтобы быть, что называется, единственным в своем роде, скрипач, поющий эстрадные песни? Или эстрадный певец, играющий на скрипке? Ну, не знаю, просто я думаю, что у меня успех был из-за того, что я никогда не пробовал подстраиваться ни под чего. Я же всегда пиликал на скрипке, да, занимался 4-5 часов в день, когда я был маленький. И вот просто захотелось мне поэкспериментировать, и сочинил песню, и вот выиграл Евровидение. Александр, одна минута буквально. Скажите, а кто вас впервые заставил играть на скрипке? Кто-то этот был человек, который сказал: «Саша, играй»? Не, ну, мама и папа играли со мной все время. Они говорили, что нужно всегда заниматься 4-5 часов в день. Но я думал, что что мои родители делают, то это и нормально. Потому что если, например, мои родители бы в костюме кенгуру прыгали в саду, так я думал, что
У всех такое, да? Хорошо, что ваши родители музыканты. Да, да. Александр, все-таки. Если бы, я просто пытаюсь себе представить, в каком конкурсе победил бы Александр, если бы его родители все-таки прыгали в саду в костюмах кенгуру. Я бы хотел увидеть этот конкурс. У нас, к сожалению, заканчивается время. Мы стали на целое утро ближе вместе с Александром Рыбаком. Он нам в этом очень сильно помог. Завтра не увидимся, завтра большое кино, а увидимся в понедельник. Пока.